4 километра дороги в Буйнакском районе отремонтируют до конца года. Капитальный ремонт на участке проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Дорога республиканского значения обеспечит транспортные связи горных районов и Буйнакска с равниной частью республики и Махачкалой. На данный момент проезжая часть расширена до 4 полос, завершили работы по восстановлению и закреплению трассы, уложили выравнивающий слой асфальтобетона. Работы продолжаются.